Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Я напомню, что согласно подписанным еще в прошлом году поправкам, с 1 сентября 2024 года для российских таксистов появится еще одна обязательная страховка. Это так называемое обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Эта страховка, которую сокращенно называют ОСГОП, является обязательной для других видов общественного транспорта, в том числе для автобусов, там троллейбусов и так далее. Соответственно, в случае, когда происходит ДТП с участием пассажирского транспорта, то пассажиры могут рассчитывать на выплату в размере не менее чем 2 миллиона рублей по ущербу жизни и здоровью. Что же касается такси, то на сегодняшний день у таксистов по закону должен быть только действующий полис ОСАГО, то есть обязательного страхования автогражданской ответственности. Данный полис поможет только в ситуации, когда таксист становится виновником ДТП, по его страховке пострадавшая сторона может получить выплату по нанесенному ущербу транспортному средству и по ущербу жизни и здоровью. Соответственно, по полису ОСАГО эти выплаты составляют по ущербу транспорту до 400 тысяч рублей, по ущербу жизни и здоровью до 500 тысяч рублей, то есть в 4 раза меньше, чем по полису ОСГОП. Кроме того, в некоторых ситуациях, как ранее подчеркивали в Банке России, пассажиры такси не могут получить выплату по закону даже при наличии полиса ОСАГО. Соответственно, чтобы избежать вот этой несправедливости, в прошлом году были приняты поправки. Это федеральный закон номер 278 от 24 июня 2023 года. Согласно этим поправкам, с 1 сентября 2024 года страхование ОСГОП становится обязательным для всех российских таксистов. Согласно этим изменениям, с 1 сентября у таксистов будет не более чем 60 дней на то, чтобы заключить действующий договор ОСГОП, иначе перевозить пассажиров им будет запрещено. Тут важно понимать, что данный вид страхования является обязательным для перевозчика, то есть его не может оформлять, к примеру, агрегатор такси, там, либо служба заказа такси. Приобретать полис ОСГОП обязательно должен сам перевозчик. 23 июля 2024 года было официально опубликовано зарегистрированное в Минюсте указание Банка России номер 6710У, согласно которому, во-первых, был изменен ряд тарифов для пассажирского транспорта в части обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Кроме того, этим же указанием впервые вводятся тарифы ОСГОП для такси. Согласно тексту данного указания, с 3 августа 2024 года на 20% снижается минимальная граница тарифного коридора по ОСГОП для следующих видов пассажирских перевозок: междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным транспортом и морским транспортом. Также документ впервые устанавливает тарифы ОСГОП для такси. Стоимость полиса ОСГОП для такси, рассчитанная по установленному Банком России тарифу, будет составлять от 1300 до 5400 рублей в год, в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика, сообщили в пресс-службе регулятора. Согласно тексту подписанного указания, тарифы ОСГОП для такси заработают с 1 сентября 2024 года, то есть с той же самой даты, с которой это страхование станет для такси обязательным. Тут также стоит понимать, что ОСГОП является дополнительной страховкой, она не отменяет ОСАГО для такси, потому что ОСГОП страхует жизнь и здоровье пассажира, ОСАГО страхует ответственность таксиста перед третьими лицами, если он станет виновником ДТП. Поэтому, если вам нужно выгодно приобрести или продлить полис ОСАГО, сделать это вы можете по ссылке в описании под этим видео. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу? Свое мнение вы, как всегда, можете поделиться в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забудьте подписаться на этот канал, а также на мой телеграм, ссылка будет в описании. Уже на следующей неделе среди подписчиков в моем телеграме пройдет розыгрыш автосканера для самостоятельной диагностики автомобиля. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!